Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, как говорит вот этот баннер, в игре появилась новая ПТХ ТВПМ-100. Свой обзор на данную машину я уже выложил, ссылочку найдете в описании, ну а те, кто подписаны на канал, сразу получили уведомление, если заблаговременно нажимали на колокольчик, ну и, соответственно, получили к просмотру честный обзор данной ПТХ буквально через 15 минут после того, как машина официально появилась в игре. Итак, на канале у меня выходит видео по всем танкам, которые в игре появляются, и по всем игровым событиям. Поэтому, если вы хотите всегда быть в курсе того, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас, прожмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления, и обязательно лайкните данное видео. Я хочу поблагодарить за данное видео Рустема. Это один из моих друзей, один из моих зрителей, который мне буквально через 20 минут после того, как контейнеры появились на продаже, уже написал в Дискорде по поводу того, что: братка, скинуть ли тебе запись того, как я доставал ТВП-100? Ну, понятное дело, я не мог отказаться, и вот, ребят, видео готово к просмотру. Что можно сказать про контейнеры? Да, в принципе, особо нечего здесь рассказывать. Типичные стандартные контейнеры для новых машин стоимостью 15 голды за 10 контейнеров. Есть талисманы на машину, которые есть в этом контейнере. И если 30 талисманов соберете, значит, откроете 30 контейнеров, ну а, соответственно, потратите 45 тысяч золота, то гарантированно заберете себе ТВП-100. ТВП-100 выпадает с вероятностью 5%, еще с вероятностью 1% выпадает солидный контейнер, это действительно круто. И если вы будете вынуждены купить себе, допустим, 2 раза по 10 контейнеров, но из них заберете не только ТВП-100, но и, допустим, выпадет вам еще солидный контейнер, то при выпадении десятки можно даже и выйти в ноль, а может еще и в плюс какой-то попасть. Что касается компенсации за машину, то 3750 это продажная стоимость данной тачки, то есть когда она будет стоять у вас в ангаре, именно за эту сумму вы сможете продать данную машину. Ну и если вам, если повезет, выпадет несколько раз ТВП-100, то, соответственно, вернется 3750 голды назад. Также можно забрать от 100 до 10 тысяч золотом. Ну и, соответственно, много-много всяких никому, как мне кажется, ненужных бустеров, потому что данные контейнеры, как мне кажется, покупают все-таки ради того, чтобы забрать себе новую машину. Ну что, посмотрим, что получилось у нашего героя, которому я безумно благодарен за присланное видео.
Короче говоря, ребят, что в итоге получилось? Машину все-таки наш герой получил. Получил ее на 27-м контейнере. Он был вынужден купить 3 раза по 10 штук. Потратил 45 тысяч золота. При этом ему вернулось назад 19-100. И он получил себе 2 раза данную машину. Как я уже сказал, с 27-го контейнера. Ну и в итоге Каграм собрал все 30 талисманов. И, соответственно, получил компенсацию 3750. 45 тысяч голды потрачено, вернулось 19-100, а значит в сухом остатке данная новая ПТ-ха досталась нашему герою за 25 900, с учетом всего остального, что ему насыпалось, кроме голды, ну и соответственно самой машины. Что касается великолепного контейнера, из которого гарантированно можно получить крутую тачку, то, к сожалению, данный контейнер ему не выпал ни разу за 30 контейнеров. Ну и, в принципе, процент выпадения там всего лишь 1%. Не знаю, ребят, что вам прокомментировать в данном случае. Мое дело показать вам реальное видео реальных шансов, а ваше дело прокомментировать уж с вашей стороны внизу в комментариях под видео, что вы по поводу этого всего думаете. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а от вас жду подписку, лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Поверьте, у меня самое оперативное видео на YouTube-платформе по World of Tanks Blitz. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.